Всем привет, сегодня с вами Вилесов Иван. И это видео названо так не случайно. Оно будет началом постройки корча, так скажем. Помимо вот этого вот залупоглазого мотороллера, у меня сейчас за спиной находятся еще две довольно относительно раритетных вещи, которые по отдельности мне не нужны. И из них я хочу, соединив их вместе, получить нечто. Нечто будет, наверное, трехколесным. Переднее колесо, вот, ну вот, опишу таким, каким я его себе представляю в конечном итоге. Задние колеса будут относительно небольшого размера. Переднее колесо будет по центру одно. Ну, такое примерно вот такое. Вот, в общем, это будет двухтактный мотор объемом 94 кубика. Возможно, вот сейчас кто знает, возможно, догадаются уже. В общем, это будет почти голая рама, одно сиденье и мотор, три колеса. Вот что-то такое, вот не знаю, как вам описать еще лучше. Вот в моем воображении оно как бы картина уже такая полноценная. Вот, а вы, возможно, увидите, когда я дострою это все дело, если хватит энтузиазма. В общем, не буду томить. И давайте рассмотрим то, из чего я хочу это чудо сотворить. В общем, мотор на этом аппарате будет стоять от бензопилы Дружба. Дружба 4, если быть точнее. Не знаю, какого лохматого года выпуска она. 900 какого-то. Точно не 800. Хоть это радует. В общем, объем, как я у нее сказал, уже 94 кубика. Я, кстати, был довольно сильно удивлен. Тут я уже начал делать маленько переходничок. И вот так вот тут еще немного сточить. И одеваться сюда будет как-то примерно так, звездочка. Цепь там дальше. В общем, это вот основная часть, сердца, двигатель. Тут глушитель какой-нибудь. Не знаю, вот кто такой глушитель придумал сюда. Какой-то странный. Вот на мотороллере вятка. Кто знает, тот поймет. У него какой-то примерно такой же глушитель. По-моему, он возложенных вообще вот функций глушителя в двухтактном двигателе он не выполняет. То есть, я имею в виду функции резонатора, там, по-моему, нету вообще никакой речи об этом идти не может. Вот. Это что такое вообще? Вот эта форма какая-то странная. Хотя, может быть, действительно что-то там. В общем, хочу сюда я сварганить глушитель какой-нибудь. И карбюратор тоже здесь засрано, правда, все я ее вообще достал откуда-то там. Стояла несколько лет. Без вообще никто к ней не прикасался. Вся в пыли, в масле, в бензине. В общем, вот такой какой-то на ней карбюратор непонятный. Если говорят, они что-то себя плохо сильно ведут, эти карбюраторы. Вот тоже сюда, наверное, придется что-нибудь приделать новое. В общем, как-то вот так вот. Посмотрел, кстати, видео в интернете, много на эту тему есть. И строят действительно. В общем, это будет у меня что-то типа картинга. Вот, а картинги строят на таких двигателях. И они, ну, не сказать, чтоб валят прям там быстро. Ну, бегают. Мне как бы в гонках на нем я участвовать не собираюсь, поскольку гоняться тут не с кем будет. Вот, а чисто для себя так поприкалываться. Попробовать что-нибудь сделать, вот это интересно. Вот. Ну а, конечно, буду попутно снимать видео, чтобы, ну, если вдруг кого-то это дело заинтересует, видео, процесс постройки и так далее. В общем, перейдем давайте ко второй части, которую я говорил, вторая раритетная вещь. Она, конечно, не столь раритетная, как вот эта вот пила. Но давно я уже не видел нигде, и мне так кажется, больше эту фигню не выпускают. Вторая вещь — это вот этот вот велосипед,
который называется Каскад. Вот то, что я говорил от него. В общем, я возьму примерно вот так вот это все отрежется, задняя часть выбросится, возможно, там возьмется что-то. Вот эта вот звезда, скорее всего, ее придется приделать на ведущую ось. Колеса вот я пока не знаю, из чего я сделаю задние. А вот это вот колесо, руль, вот эта рама, часть рамы, вот она останется. Ее я приделаю спереди. Ну а там сзади уже придется варганить, варить что-то, придумывать какую-то конструкцию. Вот, в общем, как-то вот так вот. Вот, в принципе, на этом задача данного видео выполнена, я считаю. В общем, это, если кто-то не понял, это было такое, так называемое, информ-видео. В общем, я вот вам рассказал о том, что хочу сделать, и попутно вот дальше будут еще выпуски, вот, процесс постройки, как я уже сказал несколько минут назад. Вот. Сразу, короче, хочу сказать для тех, кто сейчас начнет писать в комментариях: фу, да зачем тебе это надо? Вот там, допустим, или начнут там поступать предложения: да возьми двигатель какой-нибудь мощнее, да что-нибудь там еще сделай. Ребят, давайте я буду делать вот как я задумал, так я и буду делать. Двигателя у меня другого нету, взять его негде. Вот у меня есть вот эта вот пила, есть вот этот вот велосипед ненужный, и пила ненужная, дали мне добро на то, чтобы ее раздербанить. Вот, собственно говоря, вот я буду лепить из того, что есть у меня. Хотите двигатель, чтобы я другой туда? Ну, пожалуйста, высылайте двигатель другой. Кто-то начнет спрашивать там, типа, да зачем тебе это надо? Я уже сказал, зачем мне это надо. Просто мне самому интересно это сделать. Ну и на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.